Итак, давайте поговорим с вами, какую версию Nintendo 3DS нужно покупать сейчас, а какую лучше не покупать. А перед началом подпишись на мои все соцсети в профиле, и также можешь приходить на мои стримы, там я могу с тобой поговорить вживую и даже проконсультировать тебя в покупке консолей. Сначала обговорим, какие у нас модели вообще существуют. 3DS, 3DS XL, 2DS, 2DS XL, New 3DS и New 3DS XL. Конкретно эта модель перед вами это 3DS XL. Итак, вот 3DS классическая. Давайте я буду говорить быстро по каждой консоли. Хорошая эргономика, хорошее качество исполнения, посредственный экран, посредственная 3D. Зато влезет в любой карман. Брать совету только если вы хотите супер портативное устройство. Оно реально маленькое, вот его вы можете взять. 3DS XL такая же как 3DS, но больше, потому что XL уже не поместится в каждый карман, но 3D все-таки также посредственная, мне нравится она за размер. А теперь выбирайте сами либо компактность, либо большой экран и большой размер.